Привет, малыши. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Как самочувствие? Отлично. Отличное, да? Мы находимся на Лидевке, дорогие друзья, и приехали к деткам, проведали их, привезли продукты. Благодаря вам, они очень... Им очень трудно было. Почему? Потому что у них умер папа. Они остались с мамой. Мальчик занимается боксом, да? У него медали есть. Очень таки талантливый мальчик. Вот здесь были и попадания, и все. Ну как? Гимнастикой занимается, вот медали. И гимнастика, да? О, то есть очень такие перспективные детки. Огромное спасибо вам, друзья, за вашу помощь. И надеемся, что все-таки у них нормализуется все и будет все хорошо. Дай Бог. Спасибо еще раз и низкий вам поклон. И вам спасибо. Искренняя вам благодарность. Спасибо. Нет слов просто.